приложение номер один к решению Ангарского городского совета содержит 8 нежилых помещений. Очень радостно вам сообщить о том, что Чулымская 78 передана в собственность администрации города Назарово 30 октября 2023 года. Нами получены собственность нежилое помещение номер 5 в здании номер 1, нежилое помещение номер 3, нежилое помещение номер 1 и нежилое помещение номер 6. То есть 4 помещения в нежилом здании номер 1. Напомню, что одно из помещений было продано 4 года назад частному предпринимателю города Назарова. Остальные 4 мы сейчас будем продавать. Далее, еще у нас существует там здание номер 3 и здание номер 2. Нежилое помещение номер 9,7 площадью 40,27 квадратных метров. И также нежилое помещение номер 6 в этом же здании площадью 27,7 метра. Это гаражи. Они также предлагаются в продаже. И нежилое помещение номер 2, здание номер 2, это тоже гаражи. Площадью 112